Творческий коллектив театра «Астана-балет» выступил в Семее. Театр представил публике концертную программу «Наследие Великой степи». Мероприятие приурочено к 30-летию независимости Республики Казахстан. Театр «Астана-балет» был создан в 2012 году по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева. Сегодня театр имеет поклонников не только в Казахстане, но и во всех уголках мира. Жители и гости Семея получили возможность насладиться прекрасной концертной программой. Театр «Астана-балет» с гастрольным визитом планировал поездку в Семей с прошлого года. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие было отложено. Наш театр с большим волнением собирался на гастроли в город Семей. Вот, наконец, эти гастроли сегодня начинаются, потому что мы планировали эти гастроли еще к юбилею Абая, но в связи с этими событиями и так далее, поэтому гастроли отложились. И вот мы сегодня с большим настроением, хорошим настроением будем выступать перед публикой города Семей. Мы стараемся в нашу программу показать то, чего мы поработали в последнее время. Я надеюсь, что наша программа понравится. Концертная программа «Наследие Великой степи» – визитная карточка театра «Астана-балет». Коллектив театра часто выезжает с этой программой в гастрольные поездки. Казахские народные танцы исполнила заслуженный деятель Казахстана Айгуль Тати. Это «Арулар», «Асем Хонер», «Кыз Хаин», «Кербес Сулу», «Нур Шашу», «Сый Сияпат», «Аккыз» и другие. Концерт называется «Наследие Великой степи». Это визитная карточка нашего театра. Мы часто гастролируем с этим концертом. В этом концерте я исполняю танец «Аккыз» в постановке Айгуль Абикеновны Тати. Это казахская народная музыка в обработке Еделя Хусаинова. Это танец воплощения женской красоты, невинности. Ну, девушка-лебедь, как часто это показывается в казахских танцах. Эта концертная программа была показана в крупных городах Европы и Америки, что вызвало бурную реакцию публики. Репертуар театра в различных жанрах постоянно пополняется уникальными мировыми и отечественными хореографическими постановками. Евгений Проскурин, Аяулым Бакыткызы, Акжыгыт Абзалбекулы, Кайрат Кожахметов, телеканал «Семей».